Всем привет! Вы находитесь на канале Уральского завода печного оборудования. Сегодня наш выпуск будет проходить в городе Уфе. Но не самой Уфе, а в поселке Юматово. Мы приехали к нашим клиентам, производителям бань-бочек, которые с недавнего времени стали производить также и каркасные бани. Вот. В гостях у нас сегодня директор Андрей. Он расскажет о своем предприятии, о своем производстве. Андрей, приветствую. Приветствую, Денис. Держите. Всем привет. Я руковожу компанией 102 бани. Мы производим бани-бочки, делаем их из ели и кедра камерной сушки. У нас большой объем, большой выбор различных форм. Делаем круглые бани, как 2,15 в диаметре, 2,30. Квадробочки, в том числе делаем овалы, самая широкая баня у нас 2,5 метра, длиной до 6 метров все бани, все формы. Как Денис сказал, с конца прошлого года мы запустили производство также каркасных бань, вот в одной из них мы сейчас находимся. Вот. Более подробно с нашей продукцией и с ценами вы можете ознакомиться на нашем сайте 102 бани и banyabochka.com. Сейчас мы вам покажем ролик, который ребята нам прислали о том, как баня-бочка работает в зимний период с установленной в нее печкой от Уральского завода печного оборудования, банной печью «Анютка». Обязательно досмотрите ролик до конца, в конце будет у нас специальная акция от наших друзей компании 102 бани. Андрей о ней расскажет после окончания ролика. Всем привет, с вами 102 бани. Многих интересует, как ведет себя баня-бочка зимой. Долго ли топить, долго ли держит тепло. Вот сегодня мы снимем видео и все покажем, за сколько времени баня доходит до нужной температуры, сколько времени ее держит. Сегодня 16 января. Вот только-только мы вот растопили печку. Сейчас все покажу внутри топку. Время у нас 17:56, суббота. 16 января, минус 7 градусов, минус 6, минус 7 градусов температура воздуха. Вот, сейчас скоро будет темнеть, поэтому не удивляйтесь, что мы будем показывать уже видео, когда будет совсем темно. А, это еще у нас плохо разгорелось. Вот, как раз, тем более, поддувало было прикрыто. Вот, сейчас поддувало мы открыли. И вот как раз только начинается процесс горения. Сейчас вот подложим дрова. Покажем внутри. Баня у нас квадро, трехметровая. Здесь у нас форточка, дверь, входная липа, межкомнатное стекло. Печка жарсталь Анютка, 25 килограммов камней. Ну вот, ниже нуля температура воздуха в бане у нас сейчас. Все, через час или чуть менее покажем, как происходит, за сколько баня нагреется. Так, ну вот прошло несколько минут, добавили мы дрова. Вот, активно началось горение. Дольник мы, в принципе, у нас топка наружная, можно полностью закрыть. И пойдем мы шашлык жарить. Все, чуть позже продолжим. Продолжаем топку бани. Прошло примерно полчаса. Посмотрим, что внутри. Так, прошло ровно 50 минут. С мороза запотел телефон. У нас уже 90 градусов. Восемьдесят восемь. Еще температура растет. Вот так вот. Вода практически кипит. Еще надо добавить, что хоть и эта баня трехметровая, пусть вас не смущает, парилка здесь стандартного размера, 1,80 на 2,10, высота тоже 2,10. Всем зрителям канала в феврале мы запускаем акцию. По промокоду УЗПО будет предоставлена скидка 50% на любую дополнительную опцию при покупке нашей бани. Оставайтесь на нашем канале, ставьте
лайк под этим видео, подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по поводу продукции ОЗПО, мы обязательно на них ответим, а также на вопросы, касающиеся строительства каркасных бань, а также бань-бочек, и мы совместно с Андреем постараемся на них ответить. Всего вам доброго и до новых встреч!